Информационный ресурс о цифровых валютах для криптоинвесторов запустила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Теперь на сайте комиссии доступна информация о фьючерсах на биткоин, Чикагской товарной бирже и Чикагской опционной бирже. Там же публикуются пресс-релизы ведомства о криптоиндустрии, включающие в себя положение регулятивной финтех-инициативы Labs и FTC. Публичное обсуждение предложенной концепции комиссия проведет в течение 90 дней, чтобы учесть мнение сообщества.